Трамплином для наших ребят, татарстанцев. Второй год и второй год мы с волнением ждем это мероприятие, понимая всю ответственность. Сегодня Юрий Павлович уже испугал меня тем, что я буду принимать решения единолично. И понимая то, что Татарстан должен выглядеть на федеральном уровне очень достойно, до сих пор, Юрий Павлович, мы вас не подводили. В 2004 году у нас Данила Бурьянов был абсолютным победителем, вы помните, наверное, да? В этом году у нас Азат Ахтямов, слава Богу, вас и нас порадовал. Я думаю, что и наши сегодняшние ребята, дай Бог им успешно выступить, конечно, кто-то будет сильнейшим, но и они будут нас представлять на федеральном уровне также достойно, и мы за них порадуемся, их поступлением. Ну, дай Бог! Самые престижные вожди страны, иншалла, да, как спасибо, напоминаете. Ребят, я вам желаю успеха, удачи. Надеюсь, что победить сильнейших в справедливой, объективной борьбе. И мы постараемся сделать все, чтобы эта борьба была действительно объективной и справедливой. Спасибо. Политическое движение «Мусульман», создавшее предпосылки для пересмотра устаревшего мировоззрения, подрыва господства к догмам и схоластике. Итак, очень жаль, Людмила, ты пока останешься, давай мы посмотрим теоретику, а потом все-таки. Кто был? Здесь, да? Садриев Руслан, лицей-интернат номер 7, город Казань. Садриев Руслан, лицей-интернат номер 7, города Казань. Я предположу, что это джидиизм. Это джидиизм, да. Итак, собственно говоря, аплодисменты. Ты нас покидаешь, но при этом я разумею, сейчас там будет очень торжественно, безусловно. Возвращаешься в зал, и ты сможешь еще попробовать себя в качестве теоретика. Ну а теперь самый, наверное, радостный момент. Спрашивать тебя ничего больше не будем. Ты сегодня уже все, достаточно. Шаг. Итак, первый победитель сегодняшнего дня. Победитель первого обеда. Есть любимый. Субъекты федерации. Почему говорю субъекты федерации? Потому что помимо республики у нас еще в России есть области. Очень хорошо, по-моему, у вас с образованием. Во всяком случае, на моей программе я вижу, как дети хорошо готовы, как они воспитаны. Вот таких у нас довольно мало. Рядом с вами еще могут, наверное, состязаться Подмосковье. Ни в коем случае не Москва, тем более не Петербург. Просто прекрасно. Иногда даже поражаюсь профессионализму. Они четкие, короткие, грамотные. Ну, просто боюсь сглазить сейчас. Сейчас же перерыв. Сейчас еще будет второй год, еще будет третий год. Сейчас я похвалю, и чего-нибудь не так будет работать. Поэтому